Известно, в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть, достойных удивления. Железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Вот мы приехали в Клостерной-Бот. Нет, мы приехали в Туль. Да, в море покататься на лодках. Быть. Вот Мика. Мика, сделай мне. Мика. Без меры. И лично Мика. Я служить тому живым примером. Вот Мишка здесь кормил уточек бубликами. Что-то они слишком зажравшиеся, уточки свалили. Порой не верится, друзья. Здесь очень красиво, вот. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Есть в мире много разных стран, где якоря бросал я. Друзья, я врунгель, капитан. Вот Серега собирает нашу байдарку. Этим все сказал я. Мне в правде отказать нельзя. И вот это Мика каждый знает. Собирать байдарку. Мика, где ты? И вот наша лодка уже готова. Мои мужчины преодолели первое препятствие. И все-таки бывает. Вот Мика собирает весла. И все-таки сейчас мы спустим нашу байдарочку на воду. Ну, да. Итак, мы на байдарке. Вон там впереди Грайфенштайн. Это большой дымарь. А вот здесь вот Мишка дрыхнет под одеялом, под полотенцем. Это я. А вон лебедь. Но его очень сложно снимать, потому что нас колбасит. Bandito, gangsterito, mi costetto pistoletto. Oh yes. Mi strillando, un divanto, urradando, toieto. Oh yes. Banco tresto, presidente. Oh grablando, un momento. Oh yes. Isaento, regisento, naснimanto, fino lento. Угу. Лебедки. Что-то не реагирует. Миша. Ну, Миша, посмотри сюда. Миша. Вика. Помахай. Помахай. Махайте, махайте. А вот наша байдарка, на которой мы плаваем. Там Дунай, а вон Бабас. Ну он же прошел. Миша! Папа, иди сюда! Папа, иди сюда! Большая чешуя. А нашел ее Миша. Миш, помахай. Маши. Помаши ей. Махай. Слушай, молчите, пипетка. Москва, колхоз. Москва, колхоз. Махай. Махай.
Внимание, внимание! В связи с проведением военных маневров всем судам немедленно покинуть квадрат 32 градуса северной широты и 26 градуса восточной долготы. Право руля! Оу, Джейки, сэмпари, бэля жиди роу! Я сейчас там шути! Плюс прошли, едем дальше. Вон там гора, это Каленберг. Торпеда. Вон бабас там прячется. Нет. Миш, скажи привет всем. Нет? Ты что, обиженный? На что? Вон там. Что-то я не пойму, куда они подевались. Эй, бомбино! Ты посмотри, как интересно! Похоже на вулкан. Мама мия, это же не вулкан. А кто? Это они. Где? Вон там! Теперь-то нет нас не улизнуть дольче вита quattro pezzi per baculo tipo bambina mia. Va bene. Так, победители, мы завершили наше плавание. Вот Вена, это Нордбрюке. Вот мы сюда подплыли. А вот Вика загорелая. Вика сразу же натырила яблоко. Вон с того дерева. Ну давай. Ой. Победил! Ура! Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончая. Никак не верится, друзья, но в жизни так бывает. Никак не верится, друзья, но в жизни так бывает.